Смотри, хороший побег. Так. Я добрый, ребят. Поэтому плюсик можете в рейчат дать, кого угостить. Я очень злой, я очень плохой, ясно? Тогда это мягко. Нет, нет. Нет, не надо. Ну, в смысле, будешь умным. Я очень злой. А этот трек как называется? What I am. Crowns Empire. Забыл, блин. Я плохой? Crown the Empire? Я очень злой, я очень плохой. Или ну, кстати, вот эти названия в боте пишутся. Поэтому, если все согласятся, типа, если вы не раскиснете, ой, там я спать хочу. Там нехуй закрывать. За часик закроем, я думаю. Ну, можно. Это про что? Про ИВК десятку. А, кто ну, а в доту нам когда играть? Доту? Ну, как... В доту пойдем, дрыщ. Ну, я думаю, в доту пойдем. Нет, дота... Ну, типа, я не знаю, в среду мы точно пойдем? Дорогие. Или там 25-ка в среду? Или нет? Какая 25-ка? Мы не пойдем на этом ТД больше, 25. А, то есть мы стопудово и ВК десятку в среду идем, да? Как, конечно. Так, стоп. Давай, флеш в квадратик сап. Это ласт? Играем черепочек. Нет, это при этом. Там еще внизу два. Луну зоркий. Шаман у нас дашь этого треугольничка. А, не, Расмус, давай ты сап в треугольничек. А тут рыбу. Никому не нужен меч, кроме меня. А кого тут еще нету? Харипат и Расмус. Присмотрите Расмуса. Шкафчик пойдете. Я поставлю. Чего вот так? У меня камушки есть. Я Харипат высыпаю. Ну я скип этот у него чего. Все, Расмус тут. Расмус, твой контроль в треугольник. Давайте, начинайте с контроля, я поймаю, ребят. Я первый не могу контролировать. Идеально, ты знаешь, ты вообще машина, как бы. Я не знаю, что с тобой делать. Могу премию, давайте идеальных денег дадим. Поднимите только рейп ХП. Личный СВ дайте. Невер, можешь найти эту песенку? Или кто это включал? Да, я тебе могу сказать, это в этот Red Pills. Crown the Empire Red Pills. По-моему. Дай проверим. Да. Там и следующий трек тебе зайдет. Сейчас я напишу. Можешь их просто скинуть в Дискорд? Так, конечно. Ну или хотя бы YouTube. Хоть что-нибудь. Мне надо пролайкать их, я там это нейросеть тренирую. Сейчас. Поврежденка где-то. Хорошо, рыба стоит. Печеньки стоим. Так, а еще же этот мини-босс. Мабаш не убили. Да, маба не убили. Охуительный хитрек. Следующий тоже ебанаш. Да. Все, спасибо. Вначале я слушал брингов, потом я слушал вот этих. А контроллер сдайте? Уже есть. Все, вижу, отлично.
Что-то проблема у меня в Ульдуаре с яростью, не понимаю почему. Что голова? Она тупо не генерируется. Ты слишком ярый просто. Да, злости не хватает. Гудлика, ну смрось что-нибудь. Реального тоже кто контролите? Чардж его, дайте. Хотя нет, за идеального двор стреляю в упор. Просто Гудлик что-нибудь скажи и все. Приста бафа нету у многих. Вообще плохо. Дайте певту баф. У пристов нет МП5. И у локов нет МП5. Смотрите, милики, не суешьте эту хуйню. Да, милики я могут... Особенно вары, блядь. Я снял Т4 вообще. Я автоатака бить буду. Я ради Везикса таскаю Т9 с собой. Так, давайте, я запускаю. Кто мили-зону, кто РД-зону будет ходить? Разбежались. Сами я могу как-нибудь справитесь тоже. Наверное. Дон, держись. Сейчас Т4 нормально агро. Нет, не нормально. Ой, зоркий. Осторожно. Я скинул же. Он скинул уже, да. Он уже начал срывать, скинул сразу. 40 тысяч. А вы знаете, ДПС-то нужно стопать? Ну да, ну на 20% стопнем. Потому что, ну, конечно, зорки цифры страшные. У меня 21. Да ладно, тебе что, Дон, ты трек не зашел? А чего? Я сколько у тебя показываю? Вот этот трек не зашел? Зашел? А, 17.5. 3, 2, 1. Потом кару 17.2. Да у тебя уже 18. Зорки все лишь 30-ка. Меня 23 пишет. Ну, у меня с момента ПО. Вы ж не били чуть-чуть с момента ПО просто. А, ой, косты полетели. Ой. Я прохилил чуть-чуть мелизону. Спасибо. Ну там 3000. Мне кажется, стопать надо уже. Да, рано, да, надо стопать. На 5 миллионов. У тебя все на 5 миллионов. Керу на 5 миллионов, стопать на 5. Ну да. 5 очень хорошее число. Как раз Геру и стопать сразу. Сейчас будет, смотри, сейчас будет фриф нормальный битер. Прям вот прям сейчас бурстить надо, но нельзя. Все, давайте стоп. Да. Там дотки еще дожрут. А кто-нибудь... А, я вообще пары только вот сейчас одни увидел. Сейчас посчитаем. Один. Где еще? Четыре. Я один же. Ну там далеко еще ходят. Там еще 3-4. Все, сейчас появится моб. Возражение монстров. Че, можно бить его, да? Не-не-не. Ну теперь можешь бить. Кастеры не сразу врывайтесь, дайте донту набрать. Сейчас лужа будет, разбегитесь, а потом только сыграете. После бомбочки. Бомбочка, разбежались? 5, 4, все, можете бить 3, сразу. 2,
один. Теперь можете уешить мимики. По нему урон заниженный проходит? Понятно. Тебе нужно Саранитова бить. Ну, это понятно. Утлик улон. Ой-ой-ой. Укару, дрищ, ой-ой-ой. Дайте пэр. Блин, ну вот только бы не поможет, конечно. Кайте, сейчас убьем. Голем. Неприятненько. Пизда. Это зона кино. Я мобу заберу. Я с ним погуляю, постараюсь погулять. Я танкую, нормально, хильте. Блять, метка Сука. Еще надо. Не, ну давайте просто упадем, да и все. А как 13%. А как я потом босса тебя заберу? Агро-то это. Таун-то не работает. А че, как ты сдох-то? А я не знаю. Сейчас посмотрю. Хилиться надо. 22. Ну мне. Мне получается за 2 секунды, да, 40 с лишним ударило. Парихаст? Да нет тут парихастов. Да у меня как бы и мастерства есть. А я все мили атаки руником. У меня просто ротация ОП руник. Вот у тебя минус 4.24, ну, то есть за 4 секунды до этого тебе 17 ударило, потом... Да. 5, то есть за 4 секунды тебя убило. 4,5 секунды. За все это время на тебе было бой какой-то буйный рост. А меня в подчинение взяло и обратно повело. А подождите, а кто у кого бой? У меня бой, что ли? Лечу к боссу. А, выйдите за инстаграм. Может, выйдем, выйдите все. Не портуйте. Выходите. Не заходите в инст, выйдите пока. Там сейчас на улице кто будет, всем ломайте лица. Кто ренегат? Плюс сейчас вас кикну, будем вас бить. Я съебусь лучше. Вот Гудлика можно, кстати. Вагон. Мне уже хватило сегодня. У меня, блядь, на Кильдонасе футбол мной играли, блядь, 3ДК, блядь. Я думаю, если в тебя 24 человека сыграют, то убьют. Ну так они убили. Заходим? Да, заходи, попробуем. Да, там можно заходить. Да, чисто. Да, комбата нет. Сектор клыр. Кажется, чисто. Самое странное, что на альбоме этого трека нет. А на ютубе есть. Галерею. Ебать, я в Долоране. Трупом. Да с ума не... Труп в Долоране. Да какая разница? Если это перенеститься к трупу, типа. Вернуться, да. Чудо магия Сируса, блин. Как тебе? Понравилось? Magic people, wood people, тут туру ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. О, нет, Невер, ты классный. Невер не любит рэп, он аниме слушает. Да нормально, что я аниме слушаю. Аниме слушаю? Ну, так это тоже да. Самое. Что там за песни? Все. Опенинги за аниме слушаю. Ня, аригато. Да? Ну, ми, аригато. Аниме так это асай. Потому что это продвинутый уровень. Я тоже знаю. Точнее, не продвинутый, а двинутый. Подождите, я чёрт же хотел кого-то сделать. Это из разряда Вин Дизеля. Это... Давай, киску. Не успел, блядь. Сука. Чё такие быстрые? Да всё же. Да ладно же, иди. Цель вне поля зрения. У Вара две дворочки, он бегает медленно. Тяжёлые. Ну да. Да я говорю, почему Фурик может брать щит, но не может брать два щита? Вот это обидно, кстати. Я тоже помню, когда играл в Диабло, типа два, еще давным-давно, думал, что Паладин мне эти два щита брать. Еще охуенно пока, типа, было. В Соусе можно бегать с двумя щитами.
В Assassin's Creed Valhalla можно с двумя щитами бегать, я бегаю. Ну, на везах можно падать. В основном с двумя ручками. Блять, прикинь, вот просто мы сейчас прошли весь рейд, еще ни одной ручки не упало, что это за говно? Да сейчас упадет уже. Ну давай, давай. В образ... Они не падали нигде, их больше нету. Вот мне сейчас что-то падает. И там вот в начале. Всё. Мучение. Чё ты так удивился, перед Майком Гролом... А, нет, Гролом... кстати, меньше сейчас собрание. Перед Майком Гролом вторую ручку полутал что-то. Мне либо пику. Кто-нибудь. Раз мы давай уже дойдем, ну как бы 200, так 200, типа, ну. А что с Расмусом? Да, он хочет замену. Ну слушай, ну... А, кстати, не, ну слушай, я Суза могу взять. Да какая разница, чего, ДПС много, мало. Мало, сейчас упали же, ДПС не хватило. Будем стопать еще раньше, нет. А Суза напугивать умеет? Сразу будем стопать, да. Суза, а Суза еще и корова. Сможешь зайти на Везекса? Шесть плюс. Быстрее ТП делай сюда. Быстрее. Исчезнет наша жизнь. Смотри, я с собой головой подбиваю кружочек. Ты нет, ты прыгать должен. Да, вот, нормально. Не, ну ты не так прыгаешь. Вот сейчас. Вот, молодец. Спускайся и прыгай. Прыгай. Хорош. Прыгай. Прыгай. Во. Нашли чем заняться. Слушай, я не побегу ромбик подбивать, а то у меня вот этот пацан, который стоит, он мне не скажет спасибо. Бля, Весокс так, бля, страшный какой-то. А, вам помогу, дайте рибашечек. Сейчас еще один макс 40 тысяч будет ДПСа. А он вообще корову он скинуть не сможет, у него только эти копии. Фейкнуть копиями может и все. Глыба? Ну, а глыба ж восстанавливает, нет? По-моему, нет. Не, ну снимай, типа, вовремя. Mm-hmm. Но если выйдешь с глыбой, дальше побежишь до пятницы. Ага. Ну вот, я ж спрашиваю. Поэтому надо успеть агро надо, пока глыба. А чё у тебя спек странный такой? У кого? У Дон. Дон вообще весь странный. Мне нравится. Куча агро. Куча? Ну, руник же физ. Так, ладно, ну я пуляю. Ты сел только, зачем ты сел? А воля мертвых, чё? Она бы тебя спасла. А я это, я покушал на 10 хп. Ой, на 10 выносливости. Всё. И фласочку на армор выпил. На 10 выносливости можно тебе просто присесть, и тебе сразу баф дается. Да? Нихуясь. Угу, и на 10 МП5 такая же штука. Ой-ой-ой, блять, здорово. Ребят, чё-то как Валк-то сорвал. А, он тоже в линии. Зорки, что с ДПС? Да страшные цифры вообще летят. Там 60 тысяч было с чем-то. 64. Под 70. Вышли. Покойнее играть тут, блять, вы уже, блять, слишком много слили. А мой ДПС вообще нужен? Может, я просто постою? Глянь, работает. Я просто стою. Я где-то буду нажимать чисто сбитие коста. А я раскол вышли. Ну да. Пару. Ой, я не то кикнул, все нормально. Кикайте другие. Я не могу справляться, когда ничего нажать. Играй на хенте. Борода какая-то. Слишком сложная игра какая-то получается. Я просто ничего не делаю, у босса хп уходит по миллиону секунд. Ну ладно, там говори где? Просто, я мотай куда сайся. Суза, я куда-то, ну ё-моё, Суза, бля. Ну назад убегаем. Что? Все с меточкой. Какое? Не надо никого бейли. Дайте БРш, что ли там? Не надо. Акс, не давай БРш. Стоп, это не ещё было. Хотя, слушай. Да не, давай лучше дадим. Ну да, Зарко давай. Зарко поднимите.
Идеальный зорко воет дрища. КД, пару минут идет. 5, 4, 3, воет дрища резнул, а Чика бомбонит. Дай БР в кого? В зоркого. Классный ник у Ферала, конечно. Да это пиздец, блин, нахуй выговоришь. Ну это да, но прикольно звучит. А Петь, выйди из рейда, крестик, колесико. Кару, Кару, Кару. Ну, блядь, кто там у него тут? Ой, бля, ну, вообще, ребят. Ну, вообще, ну что это такое? Блядь, еще уши непонятно где разлили. Улёбывай, Печенеку стакнулись по херам. Донт и Невер там не бегают, все. Пять, четыре, три. Не умирайте, пока музыку включу. Мерики, смотрим пары рядышком. Я как бы ману лес. Ты можешь этот выходить и на рейндж на макс и заходить. Я пойду. Кто так и побил? Они... Вышел жмых. Не бейте только пока его. Можете бурсить в этого босса. Ой, да. Правильно. Америки могут бить. А... Давайте еще обратно. Давайте Геру. А, ну заходите и дай Геру, да. Прям. Следите за гро своим. 5, 4, 3, 2... Один. Крестик из рейда. Массакру. Массакру. Вы умрете. Отдали. Угу. Вы умрете. Смотрю за чатом. Миликов не было, РДшников не мало. Да нет, значит, пока нормально. Дед мягко. Ну вот хорошо вышел. Ну это единственный адекватный лок получается пока что. Все, давайте боссы. Лизу надо ГП дать, за что 25-ку не хватит ВК. У него 4-3 есть? Ну да, он полутал и пошел в 25. А, ну как же? 4, 3, в смысле нету? 2, 1. Сейчас проверим. Не, у Кару есть, и у Гурлика. У Дрища тоже. От креста отойдите. От креста отойдите. Ладно, нормально. А может у Дрища тоже нету? Добивайте все, чего у кастера. Нет, пока... 4-4 у меня нету. Ну и ну, понятно. Наверх, понятно. Мразь. Говно. Чё ходил? Ступни тебе. Дай шею хотя бы. Хоть хрик, блядь, на хаст. На ступни возьми. Говно какое-то. Всё, заходи на ханта. Да зачем на ханта? Здесь нормально. Там пика, там дробяха. На пол. Какой на пол? Зачем? Зачем? Нет, там не надо. Нет? А мне шея-то не нужна. Я тебе берусу снимать с этих смолок. Шаманы есть. Да, вы так зальете, мне кажется, быстро. Не, ну шаманы берсу не умеют снимать. Ну ладно, все, я понял. А, нужна кому-то? А все равно не надо, так бегай на этом. Что, шаман не умеет берсу снимать? Нет, не умеет. Шея нужна это кому-нибудь? Нет? Ну ладно. А друиды, кстати, это умиротворение, они могут снимать берсу? Или как это называется? Ручка снимают берсу только ханты и роги. Я тоже буду. Все, уроки, значит, давайте. Я у дрелей что снимает.
У дурлей ничего не снимает. Что не будем? Не, у них там есть скилл какой-то точно. Все, успокоились все. Рыбку покушали? Успокоение или что такое, короче. Не, мы не утомимы, у нас плюс мужа вызвали. А, живой. Видишь, слева стоит мужчина. Накачанный, видишь, молнии. Кто это аналог приставской херни? Кто-кто, где аналог? Вот это умиротворение животного. Это на животных, а у приста есть на гуманоиде. Дайте баф магом, пожалуйста. Вот спокойствие, да, нужно спокойствие нажимать, спокойно. Ты же 20 секунд надо подождать, у нас дебаф. Да, обидно, что не нравится. Неутомимого что-то не хватает, и секси-тролли что-то не хватает. Неутомимую каску дайте. Каску помогал. А у нас, три паладина. И крестик помогал, спасибо. Все, давайте там еще раз. Неутомимого добавьте, пожалуйста. МП5 дайте. Че там еще не хватает? Давайте МП5 по присту. Я метку. А, слушай, подожди, мы же не назначили метки. Точно, метки забыл. Уже побежать собрался. А рыбу что, съели? Чуть не помню. У меня... Так, да, в крестике у нас Чикабомбони, Антрюкс и Вовпро. Хантрикс? Это кто такой? Ну, это я так и товара назвал нашего. МП5 по локам еще. Андикс. Чуть будет. В треугольнике Хрипатый, Пиракс, Наглая Рожа. В квадратике Флешлайт. Флешлайт Войд. В Луне Идеальный Хиллит. И... Ну, наверное, давай ты, наверное. В Луне? Нет, Роксрайт. В Луне. Роксрайт и... Идеальный. Он... В порталы заходите. Да, слушай, давай лучше я пойду. Давай. Зачем нам сейчас, типа, еще учиться потом как-нибудь? МП5 да. По локам, по шаманам. Вольдикер научится. В десятку в обычку сходишь, потом посмотришь, как там дела. Не надо. Так, слушайте, давайте еще раз. Пойдем. Зачем? Пошли. На неутомимое. Стойте в точке в одной вот здесь, и все. И не двигайтесь вообще. Кто МП5 раздает? Стакнитесь вот здесь, в трусах стакнитесь и стойте там. Никуда не ходите. Только кротаем давайте, чтобы вы заходили мобы. Нету МП5. У кого нет МП5? А, у шаманов, у друлей и у... Блоков. Вообще не бегайте. Не бегайте с, никуда. Ни влево, ни вправо, не переходить никуда не надо. Стойте просто на месте. Валк, согнись трусы, пожалуйста, со всеми. И все еще нет МП5. Один. МП5 дайте по пристам, вообще по всему рейду разбавьте. Не, у пристов есть. Это у Распуса все было, сейчас я обновлю у себя. Есть у них МП5. Все хорошо. Подбежали к трусам обратно. Давайте. Да, моб. Да. Моб вышел. Отведите только вот это. Угу. Внимательно смотрим, на ком лучи сбегаетесь. Разлагающие сразу сыграли. И удушающие сначала. Да, медики к тяжелому не подходят. Да. Тяжелое это большое. А где она? С другой стороны, она что ли? С другой стороны, в текстурах. Пиздец. Да нормально, хватит. Сука, ну что, минус 20% урона, да. Да. Зато трек какой, смотри, от, красивый. От лучей отошли. Наглая рожа. Удушающая. И гудлик. И разлагающая тут же. Берегитесь. Что, его даже не видно, прикинь? Да, вообще нигде нет. Может быть, он внизу. Да, самый ебаный баг здесь.
Мы сделали 10 тысяч попыток, и у нас ни разу не вылез бэк. Администрации Сируса. Готовьтесь подходить к этим, к своим порталам, сейчас будет. Да, порталы зашли в порталы. А воуду. Тяжелая появилась еще одна. Ой-ой-ой, ребята, вы очень херово заходите. По меткам своим нужно. Блять, крестик должен был бегать вокруг, блять, молодцы. Что мы делаем? Чаще сыграйте. Все, плевать, так и нормально дел. Готовьтесь. А, еще рано. Готовьтесь выходить. Где дебаф пропал, кстати? Готовьтесь выходить. Потому что мозг бьете. Когда мозг бьете, дебаф пропадает. Может, что моб станется. Угу. Дрич умер, где? В подвале? Не, его там не было. Ну, лучше. 96 у него нормально, можно резать. Разлагающий, сыграйте. А, Войт, сходи в Эрнио. Да, он лежит, пропинговал на карте. А, сбегитесь, печенька с этим. Фикабамо не замолдал, походу. Порталом, по порталам. О, хорошо. Большое. Ну не рви ты цепь с ним, вместе бегаете. Сойдитесь, сойдитесь, печенька. У тебя 32% осталось со 100. Вов, бро, не вижу тебя. Так, порт. Там между крестиком и квадратиком дрищ лежит. А есть еще потом. Не готовимся выходить. 5, 4, выходим. 3, 2, 1. На следующий перейдем уже. Слагающий сыграли. Если кто-то увидит вдруг внизу этот, щупальца за 0. А, печенька, сбегите с звездой. Вместе ходите. Удушающая. Резко сыграли, удушающая, добили. Прилетите. Все, по порталам разойдитесь сразу уже. Трусы луна идут в правую сторону, две остальные метки влево. Не забываем про это. Удушающе сыграйте. Быстрее, быстрее. Тяжелое. Мы добиваем. Чумпальца, короче, не видно ее. Все, добили. В первую очередь, кастер тяжело били. Череп. Так, ну, все между печенькой и луной. О, между сами луной. Мирики, не подходите, отвернулись. 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 Оба. Отвернулись. Мирики, вы сейчас спиной стоите. Риск стоит.
Отвернулись. Смотрим на ком. Мол, внимательно следите за собой. Если видите, что... Давайте мастер ауры отдавать. Угу. Сейчас запомните. Хорошо, на сосредоточение. Поставьте третью ауру, хорошо. Я поставлю. Угу. Скажешь, когда проживете. Да. Ладно, давай. Вернулись. Следующее передай. Кто там у нас? Роксайд. Флэш. Забрал. Роксайд. Команда зашла. Да. Нажмай. Нажал. Угу. Освободил. Отвернулись. Флэш, забери ауру. Флэш забрал плюс-минус чат? Да, забрал. Угу. Нажимай. Отвернулись. Отвернулись. Идеально умерлось. Чика бомбони, подними идеально вот эта группа. Отвернулись. Дон, прости за то, что я тебе не доверяю. Отвернулись. А чекай, Гера-то будет у нас. А, да? Да, видимо, да, уже никогда. Да, да я вот так. Да, что одно заметил. Да, иди, может, быстрее добьем. Так, господи, не зачем? Не сейчас Остокрылу еще бить. Угу. Там дадим заодно перефаску, чтобы убить точно. Вернулись. Мирики больше сейчас, там, у кого много этот, больше 60, ебашьте по этому йогу. На следующий дам, дайте мне третью ауру сейчас. Нурись. Я вам не успею дать. Мирики, свечитесь в голову, там миллион остался. До конца играйте. Так добило. Наглая рожа свичнес. Вчера, блядь. Все, тайна Ульдуара уже не тайна. Блять, ой, за то, что не упали, как ты. Похарно. Штаны мощные, конечно. Да, слушай, ну дай мне сюда ужасно. Хотя, может, котам нужны. Коты вам не надо? Ну, вроде тебе нужны, забирай. Ну все. ГЦ? Да, я знаю, что нужны, конечно, машинные, блядь. 50 ГП ему начислил только. 50 тысяч я бы начислил. Никогда больше в онлайне не буду. Если освоить ее плюсным, то оно ПВК будет проще. Дай токен мне, шамовский. Да кому освоить особо нечего. Вот это 50 ГП. Минус 50 ГП. Ну так уж. А чё, мне там мимо ГП начисляли? Да. А потом всему рейду не начислял вообще, поэтому, ну, с него надо снять. Гигантская кузня, да, у нас гигантскую кузню тэпайте все. Мы тут только ради Волонира. Все остальное шпот. Осталось два босса. Это прирейдовый итог 25-ка на обычке. Потерпите, братцы, 7 минут. Окей, секси. Это лаз, да? Два. Два босса осталось, да. Ну, блять, нет тут пушки зарыты. Расширьте квест, а может кто-то новый, кого там нету, Роксрай такой. Ну, так на Маригоса сейчас нет, разве? Нет, застрахивало. Ой, сейчас дайте я реогнусь тогда. Предложил. С
сум. Ставим шкафчик. А секси на паладина типа попросился, да? Я не знаю. Диму смоньте. Пусть заходит, если хочет. А, не, ну, не знаю. Ты ему своего... А, что-то? Не, не, он сказал, что его, да, его рубят. У него 4 утра уже. Ну, 3 утра. У меня тоже 3 еще. Ну вот. Ну, все люди разные. Кто-то сильный, кто слабый. Дайте квест, пожалуйста. А сколько этого, осколков-то выпало сейчас? Кто-то выпало. Два? Два? Три, почему три выпало? А, три. С Мимирона упал? Не, не с Мимирона, с какого-то другого, по-моему. С Собрания упал один, с Алгалона и с Йога, правильно? Идеальный вам микрофон. Не подходи к нему. Долго, конечно. Вообще что-то не падает последние рейды. Нужно просто полураздетыми идти. Мне кажется, ощущается, что типа вы приходите за осколками чисто. А что там поуфались люди? Они что, бить не хотят? Или вместо них кто-то зайдет сейчас? Ну, понятия не имею. Пойдемте уже так. Давайте запускаем. Пирекс тоже где? И куда на варе девать этот ИП, я не пойму. Такие интересные. Мы опять не переведем. А переведем, господи. Под Вера переведем. Бля, я еще даже не вышел, а мне уже пизды получил, мне ничего плане. Да я тоже тебе забежал, мне сразу въебал, и пирогласт прилетел. За кня выходим. А Донтон как въебал, что я сдох. Тише, рейд не закончится, вы что? Че, блядь, слишком сильная? Задушил. Ну ты почему ты это вообще? Ну в огне все стоят, как бы, камон. Кто стоит? Анонсить надо. Никто не стоит. Все миксы. Все, блядь, жопа горящая. Хоть одного он зови. Блять, давай, кто Гудлик. Да. Милик. Вовбро. Вовбро там не стоял. Стоял, я его видел. Сильные накачанные руки были, может. Что, всех лагать стало? Нет. Не лагают, нормально. Ой, нужно скипнуть, кто-то скипер, ну, пишите, кто-то умер. Стоял, правда, посмотрел я. Ахуй скипну, блядь. А нет, скипнул. Я все скипнул. Так. Только не нажимайте, пока я сейчас музыку включу. Давай только не то, под что спать там ложиться. Не-не-не. Сейчас уже кидаю. Maybe baby включи. Так какой maybe baby, блядь? Maybe baby. Всё. Лучше твои детки, лучше всех на свете. Губы пахнут малины, девочка, оскорбинка. Все, нажимайте, что не нажимайте? Это так некрасиво. Да можешь не фудить, пожалуйста. Да? Спасибо. Может, конечно. Герус, давайте там оба сейчас пойдут, походу, донт. Да. И хуй знает, вы у меня все на месте бегаете. Раскол достакать, еще один стак. Все. Да ну нахуй. Воет, алло. А, понятно. Да я говорю, у меня на месте все. Да ну нахуй. Да это флудят, потому что. У меня видео записывается, хуй знает, что-то. Да, записывается нормально, потом 7 гп начислил, пиздел. Вот. Мы без Геры было до 51% опускали. Ну только это считай, 3 человека нет у вас, и я завис. Это минус 4 дпсера. А кто у нас 4-й? Гудлик. А чё Гудлик? Просто не дпсер. Просто стоит? А, ну да, Гудлик слабый. И вот нахуя ему 4-4? Вообще не понимаю. Надо было по уровню игры еще определять людей. По уровню развития, сказал бы. Что? Ну он 4-4 в десятку еле вошел. Оооо.
Это ночью с флаской, прикиньте. Вот зоркому оправдано. Да он и без Т4 бы топ один был. Да, он столько же давал. Бот орать начал, не помог. Такое ощущение, как будто у кого-то микрофон или нет. Поставьте туда портал кто-нибудь из локов. Кто-нибудь скилловый. Лауреанг бегает. Лауреанг, поставь туда портал, если что, если хочешь бить. Да он просто там бегает и нажимает. Понял. Нормально. Дворецкий. Он шарит. Все хорошо. Кстати, вам песня только что подсказала, кик-кик сказали. Можете флудить, пожалуйста? Хорошо. Пушка готова. Нажимайте, 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 кто там? Лауреанг. Все. И зайдите от лица. Со спины место очистилось. Понятно, кассирская триня. Блин, топовая тринька. Вот это заебись тринька. Да, да, да. Моя на пулике, которым, блядь, ни на пушке не упала, завис на дуарке. Я не знаю, бля, я поменял эту триньку на другую. Сколько еще не вечер, ниже, конечно, сейчас, ниже, сейчас будет. Так, до фроста чекнуть сильно на этом боссе. На том, когда было 10. Интересно, выживем ли мы? Пускай хилы потеют. Дом что-то расслабился слишком сильно. Микрофон отдал, да, свой? Да, Дон, что за дела? Да может устал человек. Так, уже, да. Дом, что ты... я за поведением сижу? Этих хулиганов. А что свой дом? Типа тоже этот все наигрался? Да что-то логается, блядь. Один ты, блядь, наверное, как энерджайзер будет. Блядь, ну конечно, блядь, нужно же, блядь, вас поддерживать. А ну, блядь, быстро остановились, блядь, хилы не успевают вас, блядь. Невер просто колеса специальные долбит. Да не, блядь, он фен нюхает. Шутки шутками, я реально колеса послоблю. Типа, после болезни... Мне реально надо шиномонтаж заехать. А там Невер сидит, блядь. Колеса долбит. Да, да, там на шиномонтаж, а там Невер, да. Колеса долбит, Вовку играет. Знаешь, типа, как на приеме у врача такой лежишь, типа, на КТ, он тебе такой, сейчас вас хилить буду. Ну что, что, прости? Да. Угу. Зубов. Ну да, да, да. Сдавай зубы у него. Да, нихуя себе, прикинь. Ну что, знаешь, что он отдал сейчас? Угу. А ты говоришь, ты дурак. Ты же не приз. А, Рексрайт, тогда ты твой стан в каст. Я могу в него зачаржиться, смотри. Давай. Профессионально. Оп! Да что ты делаешь? Да успел, успел. Не успел.
Успел, да, успел. Да, вот все, правильно. Ой, я знаю, что нужно сделать, же копье себе этот. А, так. Маленький просто был за него. Все хорошо. Называйся, я дворф. Вот пухлый, пухлый. А я этот, хочу стать коровой, мне что надо сделать? Мне нужно сделать ренегата и... Мне нужно сделать. И все, я могу с вами ходить. Да. А потом ренегата. А что тебе нужно сделать? Да, тебе нужно орду, чтобы сделать корову, а потом ренегата, чтобы в кинту вернуться. Да, хуй с ним тогда. Либо альянс. Я думаю, что гнома сделаю. Бонд, как у тебя? О, корову. Гнома? Да может и гнома сделать. Там один крит, один этвинт. Ну а тут два хосты. Ну так вроде держи, что за херня. Ну дайте мне ротацию, мне 5 кнопок ротации, чтобы агро набрать. Ух ты, гля, как он начинает. Ты нажми на ту, которая больше всего агро дает. Вот. Дрыщ дело, говорит. Ну не сегодня. Не знаю, я не эксперт, но, по-моему, слишком много импактов ношу в этот трейд. Невер, а ты ВК-десятку вводишь? Я ведомый. А, ты ведомый? Просто да. Ты только болтаешь? Я думал, что у тебя свой уже статик появился. Я могу поводить, мне не проблема. Не знаю, нет, а наверное, наверное проблема, не хочу. Не хочу, вот донт есть. Донт есть, да. Донт секс машина. Донт ну, я вон еще пробую собрать людей. Пока нас шестеро всего. Ты вам разговариваешь. С кем разговариваю? Я не сплю, да, типа. Вы, кстати, можем дота давать? Или дота? Да, давай замену зови. Где я? Давай, давай. Быстренько, замену. Да, сейчас, да, блин, я курить просто начал. Слушай, давай. Ладно. Сигарета зажжённая. Дольше курить будет. А что ты... Да сейчас я этот плюсанул, что там... Сейчас я по удалёнке зайду и нормально. Да, да, конечно. Пепел на клавиатуру и пошёл, давай. Да всё, гуляем или что? Суманите. Сейчас, ну, шкаф поставьте, сейчас я... Один момент буквально. Не забудь только начистить из этого. Всё. Да, да, да. Не парься. Кури на клавиатуру. Все, я с телефона на комп... В смысле? Я по телефону вообще-то. А сейчас по удаленке зайду на комп. Все, не надо, да не надо, да не надо. Все, надо. У нас один босс остался. А этот, помоги мне настакать. Где-то там воин машина. Все, хорош. Я даже подержу стаки. Один. Поближе, встаньте. Ну куда вы там разбежались-то? Милики, на дистанцию идите только. Лутать урон. Некоторые любят погорячее. А, если а... будет возможность, присуманься. Да уже не надо, уже все поздно. Третью ауру поставьте. О. У кого третья аура? Файр аура нужна. Отдайте мне. И эти, да. Третья и файр. Третья аура сейчас у кого стоит, готовьте мастер ауру, я занонши. Ай, прохитли дрича. Колдуй. Мастер аур. Хорош. Поменялись аурами. Мастер аур возьми. У нас флеш. Взял? Заберите. Третья аура. Флеш, третья аура бери. Флеш. Ай, блядь, опять дрища вахиль. Флеш лайт, третья аура. Блядь, не вижу. Не ставишь. Флеш. Роксрайт бери. Бери ты, Рокстрайт, бери. Да взяли уже. Угу. О, поехали. Нажимай. Поздно. Ебать, блядь, Карин. Дал? Нет? Не дал, блядь. Не дал. Я имею в виду, нажал в итоге? Уй. Не нажимай. Да, блядь, Зорки, не про это. Ты нажал, у тебя в КД? У Рокстрайта и так КД. Там минуту уже.
А, понятно. Я сдавался вам первый. А, ты самый первый. Слушай, сдавал? Возьми Fire Aura. Как музыка в тему заходит прям? Че там играет? Каст, каст, каст. Я очень злой, я очень плохой. Нет, нет, Гудлик, ты классный. Почему говорите, что я на команду трич главный? Я знаю, ушу тебя за ухо укушу. Блять, пиздец. Топор, 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 топор. Не убили, блядь. Топор! Да! И двору как раз. Все ролим топор. Все, блядь, нахуй. Невер, блядь, машина сейчас будет, нахуй, разъебывать. С мастерством. Вообще все капы подобрал. У этого игрока нет места. Сейчас я почищу, подожди. Дайте в Долоран, зоркий. Дай в Долоран. Топор, 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 топор. У тебя слотов нету, продай что-нибудь и выкинь что-нибудь. Да, я все выкинул, все, я выкинул все. И я выпил.